Святочные дни глава Среднеазиатского митрополитчьего округа поздравил насельниц и прихожан Свято-Троицы Никольского женского монастыря с Рождеством Христовым. Митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий совершил в обители божественную литургию в день отдания праздника. За богослужением также молились настоятельница монастыря, игуменья Екатерина Мальгина, с сестрами обители и прихожане. В этот день епархиальные награды, медали в честь 150-летия Ташкентской епархии, был удостоен клирик монастыря священник Александр Балухатин. По окончании божественной литургии было пропето славление праздника. А затем митрополит Викентий обратился к молящимся с архипастырским словом, поздравив всех с завершением святок и празднования Рождества Христова и вручив всем сладкие подарки. Главное наставление этого праздника заключается в том, чтобы мы приобретали величайший добродетель смирения. Рождество Христово принесло нам смирение. Господь Иисус Христос, живущий во славе и во свете неприступнем, пришел на землю как раб, и, конечно, он и не требовал никаких почестей, никакой славы, никакой чести. Но этим самым он сказал, что вы, люди, потеряли Царство Небесное, вечную жизнь, рай, потеряли жизнь с Богом, и вот я пришел вам на землю, чтобы вас воскрести на небо не гордостью, не честью и славой, а смирением.